Первое в этом году заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав прошло 4 февраля в правительстве Омской области. Под председательством министра по делам молодежи Александра Фабрициуса определен план работы на 2014 год и подведены итоги 2013 года. Было отмечено, что за последние 9 лет на территории Омской области подростковая преступность снизилась более чем в 2 раза. Тем не менее, небольшой рост этого показателя в прошлом году все же наблюдался. В связи с этим Александр Фабрициус призвал собравшихся активизировать работу по профилактике преступности несовершеннолетних, увеличению в образовательных медицинских социальных учреждениях количества психологов и социальных педагогов. Одним из приоритетных направлений в профилактике асоциального поведения подростков является организация их занятости. Комиссия – это коллегиальный орган. Мы сегодня остановились на проблемных аспектах и искали пути решения выхода из данной сложившейся ситуации. И я надеюсь, что разговор состоялся деловой, проблемный, и все наши решения будут отражены в проекте постановления комиссии, который будет способствовать устранению причин и условий, которые и семейному неблагополучию, и правонарушению несовершеннолетних. То есть будут приняты меры по устранению этих негативных социальных явлений.